На этом уроке мы в самом первом приближении рассмотрим панель инструментов, которая располагается рядом с таймлайном в правом углу. Для большей наглядности я добавил клипов на таймлайн, чтобы нам было с чем работать. Клипы выстроены абсолютно произвольно. Можете назвать это самым первым вариантом монтажа, над которым предстоит еще много трудиться. Самый верхний инструмент – это инструмент выбора. Мы будем использовать его в нашей работе примерно 90% нашего времени. С помощью него мы будем выделять отдельные клипы или отдельные склейки. Мы также можем выбирать несколько клипов одновременно. Или несколько склеек, если зажмем клавишу Command во время выбора склейки. Следующий инструмент позволяет выделять группу объектов. В данном случае группу клипов. Клипы выбираются целиком. То есть выделяется сегмент на таймлайне от склейки до склейки. Этот инструмент позволяет выбирать все треки на таймлайне в определенном направлении. В нашем случае слева направо. Есть комбинация того же инструмента, который выделяет клипы на треки в двух направлениях одновременно. Таким образом, можно выделять множественные клипы на всех треках в определенном направлении. Выделение происходит от ближайшей склейки. С помощью этого инструмента мы будем подправлять наши склейки. Это простая бритва, которая разрезает одиночный трек, то есть создает склейку. С помощью этой бритвы мы прирезаем все треки сразу и делаем склейку по всем трекам. С помощью лупы мы можем уменьшать или увеличивать масштаб таймлайна. С помощью ладони мы можем двигать таймлайн. Это инструменты для работы с геометрией нашего кадра. Перо необходимо для создания ключевых кадров. Давайте перейдем в режим работы с ключевыми кадрами. Так, я выбрал не то перо. Давайте его заменим. Теперь мы можем устанавливать ключевые кадры на параметре прозрачность нашего клипа. Мы уже достаточно провели времени на таймлайне. На следующем уроке мы с ним познакомимся уже в деталях.